Добрый день, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам о том, что Лора лишилась дочери, заигравшись с Лазаревым. Это версия диванных экспертов Инстаграма. Бывший муж турок мог отнять у певицы наследницу. Украинская исполнительница Ани Лорак в конце января окончательно расторгла отношения с супругом Муратом Налчаджиоглу, которого уличила в измене. После развода певица все чаще стала появляться с дочкой Софией на публике, а также публиковать снимки с наследницей в своем аккаунте. Однако в последнее время девочка как будто исчезла, заметили поклонники, а сама Каролина стала меньше внимания уделять своим подписчикам. Артистка выглядит очень грустно и складывается впечатление, что она старается как можно меньше показывать себя в Инстаграм, дабы не выдавать свою печаль. Данный факт привлек внимание и интернет-психолога, который отметил, что Лорак действительно выглядит встревоженной. По мнению эксперта, все дело в дочери. Мурат мог отсудить Софию у певицы. Психолог также подозревает, что Сергей Лазарев сыграл не последнюю роль в этом плане. Заигравшись с коллегой, Каролина, похоже, лишилась самого важного в своей жизни – наследницы. По какой-то причине теперь Ани не общается с Лазаревым. Возможно, это как-то связано с дочерью и бывшим мужем. Видимо, остались артистка одна, как баба у разбитого корыта. Вполне возможно, именно в этот период состоялся очередной суд, на котором Лорак и Налчаджиоглу делили имущество и право опеки над дочерью. Известно, что в январе рассматривался иск только о расторжении брака. Никаких комментариев со стороны певицы по-прежнему нет. Поэтому данные домыслы, изложенные выше, остаются лишь предположениями. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях под этим видео, если оно вам понравилось. Если не понравилось, тем более не забудьте подписаться, если вы еще не успели. Ждем вас на следующих премьерах. Давайте вместе пожелаем счастья и здоровья нашей дорогой Ани Лорак. Ждем вас на следующих премьерах.